Гаяськи, ребята, меня зовут Флэс, и мы продолжаем играть в мини-игры в зомби против растений, часть вторая. Что же, ну тут мы сейчас будем в зомботаник играть. Здесь у нас, конечно, такой сложноватый уровень, но ничего, мы его пройдем. Так, ну что ж, берем стандартные такие вещи, как подсолнухи там всякие, грохомет и огорашиватели, и я хочу взять, попробовать через колючки пройти. Не знаю, получится, нет. Ну, думаю, что получится. Ой, нет, не то взял. Вот это нам надо. И давайте, наверное, еще возьмем пенечек. Давайте, наверное, возьмем. И, в принципе, нет, стоп. Вместо пенечка. Тут как бы два варианта. Либо вместо пенечка взять ледяной горхострел. Как вариант, в принципе, неплохо. Либо взять... Ладно, давайте попробуем через дерево факел и через все вот эту вот ерунду пройти. Ну что ж, ребята, начинаем. Так, ребят, ну что, смотрите, что у нас тут получается. В принципе, получается у нас довольно-таки неплохая картина. Конечно, зомби-кабачок почему-то бежит очень быстро. Я не понимаю, чего он так быстро бежит. Но я так понимаю, ему просто нужно было сделать вот так, чтобы он использовал свою способность. Вот тут у нас идет непонятный зомби какого-то непонятного образца. Да, ребята, в общем-то, сложноватый режим. Ну как сложноватый? Он не то чтобы сложноватый, он необычный. Крайне необычный, но в принципе, мы справляемся. Так, вот тут у нас небольшой негодяй прорывается. Мы его сейчас вишенкой его. И он уничтожится. Так, в принципе, все нормально, ребята, у нас происходит здесь. Сейчас у нас уже рядочек двух стрелочков подойдет, второй. Ну и, в общем-то, будем ожидать следующую волну. Так, ребят, вот уже подходит у нас тут халапенья. И я не понял, а как он вообще работает, халапенья-то? Он как-то должен был взорваться, что ли, или как? Или что? Ну ладно, разберемся. Так, вот тут у нас один негодяй уже что-то проходит, непонятно почему. Сейчас я ему колючек под ноги поустанавливаю, и он никуда от нас не денется. Так, ну и вот у нас здоровый стенорех, ребята. Мы его только вот таким образом будем уничтожать, потому что у него слишком много здоровья для наших маленьких растениц. Так, ну, в принципе, смотрите, у нас сейчас будет по два рядочка двух стрельчиков, вот этих наших родных, огорашиватель. И проблем, я думаю, у нас никаких не возникнет в дальнейшем. Ну что ж, ребята, тем временем мы продолжаем. Так, ребят, вот уже у нас еще одна волнишка подходит, очень быстро довольно-таки. И что нас здесь, как видите, ожидает? Ну, в принципе, ничего такого. Вот эти вот 3-4 стрелочки у нас подходят уже к нам. Это, конечно, неприятно, но ничего смертельного. И орешки. Орешки, конечно, сильные довольно-таки. Монстрики, но мы их вот так вот вишенкой уничтожим. Это, думаю, будет лучший способ. Ну... И давайте, наверное, уже поставим пенечки или нет. Давайте вот эту штучку поставим. Наши колючки. Ой-ой-ой, какой жирный орешек к нам идет тут. Ну, блин, мы его сейчас как-нибудь уничтожим вот таким вот образом. Никогда бы не подумал, что 4 стрел будет стрелять в стенорех. Да, это удивительно, ребята, как-то и непонятно. Ну да ладно. Вот сюда надо будет нам еще... О, давайте... Нет, давайте вот это установим. Вот таким образом поставим. Так, ну зомби грызет наш стенорешек, но мы его тут с двух сторон, можно сказать, грызем и снизу, и сбоку. Да, замечательно. О, все, помер он. Так, халапенья опять идет, он никак, халапенья никак не взорвалась. Это, ну это меня, в принципе, радует, что она еще не взорвалась, ну взорвем мы ее. Вот так вот, не она нас, так мы ее, как говорится. Так, давайте еще одну колючку установим крутую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, наш орешек, ой, точнее, наше растение погибло, ребята.
к сожалению, один из двух стрельчиков. Но ничего, ничего страшного. Давайте мы установим, наверное, вот сюда пенечек, чтобы было получше, скажем так. И давайте вот сюда двух стрельчиков уже доустанавливаем. Ну и, в принципе, все. Вот таким образом мы должны победить. Да, да, да. Ну ладно, ребят, тем временем... Хотя что-то даже ускорять уже не нужно. Мы, в принципе, подходим уже к финалу. Так. И давайте, наверное, еще вот сюда пенечек установим. Потому что как-то по этой линии много идет негодяев. Так, у нас тут идет, смотрите, что? Смотрите, кто? А, это, ребята, именно кабачок растения. Да, странно, кабачок растения. Вообще, кто их придумал? Их же наверняка кто-то вырастил, чтобы нам насолить вот эти вот растения негодяйские такие. Ну ничего, мы отобьем любую атаку. Нам не страшно ничего. Пенечек еще один установим. В принципе, я поиграл в такой режим еще немножко чуть дольше. Он, к сожалению, у нас заканчивается. Ну ничего. Сегодня у нас еще, ребята, ожидает битва с боссом. Так что смотрите дальше и не пропускайте. Так, ну, в принципе, подсолнухи нам больше не... Ну, тихо, тихо, не нужны больше на подсолнухи. Нам нужны... О, так, стоп, а сейчас что ли еще одна волна будет? Тогда давайте этих уничтожим. Чтобы они нам тут не мешались. Так. Колючек у нас есть рядочек, это хорошо. Пенечков у нас, ну, практически есть рядочек. Вот тут давайте выкопаем колючку. Она уже не понадобится здесь. И вот так вот установим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, вот эту линию у нас прорывают. А стенорежек еще не открутился. Это нехорошо, это нехорошо. Ну давайте, о, все хорошо, теперь все хорошо. Мы установили сюда двух стрельчик, так. А, ну так давайте воспользуемся вишенкой. Ну нет, вишенка еще не перекрутилась. Ладно. Ух ты, вот она что, ребят, все-таки он со временем взрывается. Я думал, он как-то должен к какому-то растению определенному подойти. Негодяй такой. Ладно, ладно. Давайте сделаем вот так. И вишенку сюда поставим. Опа, и все. Ха-ха, уничтожили мы его. И вот сюда давайте еще двух стрельчик. Один, ой, не туда я двух стрельчик поставил. Ох, ребята, не туда, не туда. Ну да ладно. Как-то тут в смысле прокушал, смотрите. Вот негодяй ты такой. Нехороший. Ну уже давайте, энергия, подкапливайся. Так, сейчас мы его уничтожим. Ну, в принципе, вишенка перекрутится, и ему будет конец. О, все, один утонул, зомбачок. Слушайте, а если вот так сделать, интересно, это будет работать? Нет, не будет это, ребята, работать. Я думал, колючки на воду как-то можно садить. Но, оказывается, нельзя. Ладно, 4-стрелечка у нас есть, установлен. И, в принципе, на этом судьба орешка заканчивается. А наш орешек, в смысле, вот видите, они как-то одинаково вроде уничтожаются. То есть, а нет, мы все-таки быстрее его уничтожили и прошли этот уровень. И получили кубок золотой, золотой, призолотой кубок. И что? Да, ребята. Все, смотрите, у нас практически все уровни завершены, кроме мести доктора Зомбоса. Не знаю, что здесь будет. Так, тишина и ночь. Ну, похоже, нам здесь будут давать какие-то растения. Может, это будет как в финальной битве? Так. Будет это как в финальной битве? Да, ребята, это будет как в финальной битве, я так понимаю. Нам дадут кучу всяких растений. И мы его перчиком должны будем уничтожать в то время, когда он свою пасть вот так вот к нам будет сажать. Ну, и заморозить еще его можно будет, чтобы все было отличненько. Так, тихо, что-то много как-то зомби к нам послал. Вот негодяй такой. Хочет нас прям вот уничтожить, этот доктор Зомбосик. Ну, не дадим мы ему этого сделать. Ни в коем случае. Так, здесь мне надо как-то, не знаю, как-то более рационально устанавливать эти горшочки. О, арбузик подошел, хорошо. Арбузики, я не знаю, ну давайте, наверное, на задний план как-то установим больше. Или тут, ладно, пускай арбузики тут будут посерединочке. Так, ну и тем временем мы их все пуляем и пуляем, этих зомби. Так, все, смотрите, зомбосик у нас остановился. Так, давайте его уничтожать вот таким вот образом. Ой, хорошо, жалко, что на него не действует эффект. Ой, ребята, а я-то заморозочку использовал же.
Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я не подумал. И что, вся линия уничтожается, да? Да, ребят, смотрите, вся линия уничтожается. А мы от этого не помрем? Фух, ну нет. Мы остались в живых, ребята. Так, тут придется использовать. Значит, запомните, ребята, что просто так заморозку использовать нельзя. Ну, я, в принципе, это знал, но ладно, что поделать, что поделать. Заморозка штука важная, поэтому ее надо оставлять на самые такие крайние случаи. Хотя вот у нас их уже две. Но, в принципе, да сейчас арбузики подойдут, и, в принципе, все будет хорошо. С арбузиками мы сможем сделать все что угодно. Только лишь бы нам сейчас... Ой, фух, огненной шар. Все, давайте замораживать всех. Вот так вот. И будем, в принципе, отбиваться потихонечку от нашествия зомбасиков. Так, 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 ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то вот этот зомби какой-то хитрый. Хитрый какой-то негодяй. Ой, прыгун, надеюсь, он быстренько уничтожится. Нет, нет, только не арбузик. Фух, арбузик выживет, слава тебе. Пресвятой ты наш безумный Дэйв. Так, ладно, а зомби тем временем продолжают уйти. Так, ой, это плохой зомби. Ну, у нас даже стенорежка, в принципе, нет для того, чтобы... Он что-то там мог перепрыгивать, поэтому, в принципе, он, я думаю, будет бесполезен. Хотя вот этот негодяй, конечно, довольно-таки неприятен. Так, устанавливаем заморозочку. Не даем зомбосику ничего делать. Так, давайте еще один арбузик поставим. Все, чтобы красиво было. Знаете, все равно хочется как-то, чтобы все было вот красиво, четко и лаконично. Так, что тут у нас у зомбосика нашего? Но у него как-то побольше здоровья, чем в обычном режиме, честно говоря, как-то это чувствуется. Ай, нет, уйдите, уйдите, проклятые негодяи. Ну ладно, вот у нас еще один арбузик. Если арбузиков, ребята, надо как можно больше. Так, а сможем ли мы остановить этого зомби? Вот этого мы не сможем наверняка остановить, надо будет вот так его сразу сделать. Так, пара-па-пара-пам. Так, арбузики, ребят, на задний план ставлю их, потому что, ну, если их не поставить на задний план, то, скорее всего, они, ну, будут плохо, ну, их постоянно будут жрать спереди. Так, раз, сюда, сюда. Ах, заморозочку, ребята, я немножечко неправильно сделал. Ну да ладно, ладно, не беда. Ой-ой-ой, негодяй ты такой. Вот так давайте сделаем. Они сгорят. Ой, нет, вот это я зря сделал. Да, ребят, вот это зря. Ну ладно, ладно. Теперь я буду знать, что не надо эту халапеньо так тратить. Хорошо, хорошо. Быстренько восстанавливаем наши утраты. И быстренько, быстренько давайте арбузик сюда. В принципе, два ряда где-то арбузиков у нас будет. Все будет очень хорошо. Так, горшочки, правда, я уже не знаю, что в них садить. Но главное, ребят, о, смотрите, босс вот так сейчас мы его так оп, оп. Оп. Вот, сейчас посмотрим, что он в нас выкатит. В зависимости от этого. И установим так. Значит, ой-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 ой. Давай, халапеньо, взрывайся. Кукурузку задело, к сожалению. Но ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой. Больно, когда он машину кидает. Больно, конечно, неприятно. Ну, ничего страшного. Что нам его машина? О, Гаргантюа, ребята. Гаргантюа. Тихо, Гаргантюа, тихо. Ты так, помедленнее, помедленнее иди. Не надо быстро. Так, надеюсь, нам халапеньо выдадут. Я очень на это надеюсь. О, арбузик, хорошо. Арбузик это хорошо. Вот и халапеньо, ребята. Только нам нужно для халапеньо... О, горшочек нам нужен. Вот. Именно горшочек нам и нужен. Ой, фу, хорошо, ребята. Только, конечно, вот этот негодяй здесь... миньончик этого Гаргантюа. Ну, он уничтожен в любом случае. Ой-ой-ой, сколько же там арбузиков было. Так, быстренько заморозочку юзаем. Так, халапеньо готовим, если что, на всякий случай. Ты чё по горшку стреляешь, негодяй ты такой. Так, прыгун. Ой-ой-ой, прыгун это опасное дело, ребята. Ну ладно, мы его все равно не знаю, правда, как. Придется, наверное, вот таким образом его уничтожать. Потому что иначе никак. Так, вот у нас тут... Ой-ой-ой, Гаргантюа как раз по той линии пошел, где у нас нету ничего, вообще никакой защиты. Ой, халапеньюшка, давай, спасай ты нас. Да вот же негодяй, вы только посмотрите, что творится.
Ребята, что же это такое? Так, еще. Ой-ой-ой, еще Грагантюа. Ребят, использую все прям, что только есть. Давайте, две халапеньи сразу подряд. Все, две халапеньи уничтожают любого Грагантюа. Ни один не выстоит. Это хорошо. Что у нас тут еще есть? Зомби, пол хп. Пол хп осталось, ребята. Фух, фух, очень-очень это, конечно, волнительно. Вот это я зря сделал. Вот это я очень зря сделал, ребят. Хотя все равно огненный шар. Я не знаю, что я там огненному шару сделать без заморозки. Блин, а нет, ребята. Ай, минус одна линия. Плохо, плохо, конечно. Ну, что поделать. Так уж тому, так-то тому и быть. Опять, смотрите, мы без растений практически. Ну, хоть он на ту линию, где у нас есть растения, ставит растения. Растения ставят на ту линию, где у нас есть растения. Да, в общем-то, вот такая вот каламбур получается. Ой-ой-ой, зомбони. Так, ну давайте, наверное, лучше зомбони уничтожим, потому что он опаснее намного любых зомби, как по мне. Так, еще один арбузик. Хорошо, нам арбузики попадаются. Это очень хорошо, ребята. Это превосходно. О, алмазик. Да что толку нам от того алмазика? Мы там можем и поднакопить, в случае чего, садодзенчик. Ну, а вот растения нам сейчас очень нужны. Да давай, блин, с лестницы этот зомби. Чё ты не умираешь никак? Гаргантюа, ребята. Гаргантюа. Смотрите, а на зомбоне не действует заморозка. Ну да, логично, ведь он же у нас, получается, как-то ледяной парень такой. Ну ладно, давайте кукурузку сюда ставим. Ну и, конечно же, ледяной шар. Ну почему ледяной шар, ребята? Почему ледяной? У меня нет ничего, что может уничтожить ледяной шар. Как же так-то? Да, видите, заморозочку, ребят, надо сохранять всегда. Помните об этом. Всегда-всегда помните об этом. Ну что, мы сейчас, получается, ну мы не проиграем, скорее всего. Ну что, я думаю, вот халапеньюшка нам выпадет. Ой, хорошо, хорошо. Как. Но мы утратили одну, всего лишь одну пока что. Как это называется там? Все, ребят, смотрите, у нас есть и заморозочка. И давайте я заморозочку одну используем. О, и по зомбику нашему будем наносить урончик пока что. И еще заморозочку. Потому что надо все использовать, ребята. И еще заморозочку. Ой, хорошо. И халапеньюшку. И еще заморозочку. Одну я оставлю на всякий случай. Вдруг что? И как хорошо мы подамажили, ребята. Отлично просто. Так, так. Да, грибочки нас спасают, конечно же. О, все, у нас есть и халапеньи, и заморозка. У нас всякий пожарный случай. Ну зачем ты... Ой, фух, ребят, он выстрелил машиной туда, где у нас было... Точнее, не было ни единого растения. Замечательно. Просто превосходно. Так. Негодяйский... Ой, прыгунчик. Хотя он уничтожится. И халапеньюшка у нас есть одна. Так, ну вот этот с ведром наверняка не уничтожится. Негодяй такой. Так, давайте замедлялочку делаем. Это вдруг что? Вдруг что? Ой, не туда поставил арбузик, ребята. Не туда арбузик поставил. Так, ладно. Хорошо. Хорошо, очень плохо. Плохо, но хорошо, ребята. Все плохо, но у нас все отлично. Ладно, давайте вот так сделаем. И вот так. Потому что здесь мы никак иначе не пройдем. Кукурузку сюда. Так, халапеньи. Сейчас, ребята, этот босс наконец-то к нам нагонется. Нагонется к нам, и мы в него хорошенечко постреляем. Так, вы негодяи такие. А-а-а. Так, ребята, давайте арбузик, сразу арбузик. Вот так вот и халапеньюшку в него. Халапеньюшку, заморозочку. И давай, немного осталось еще нам с этим гадом сражаться. Так, ага, хорошо. Ледяной, значит, тебе делаем. И вот так вот уничтожаем его. Халапенью. Еще халапенью раз. Ну, нормально, нормально. Все, хорошо, ребята. В принципе, по растениям у нас все отлично. Куча арбузиков. Да нет, нет, нет. Ой, фух. Ну, ладно, два арбуза. Ничего страшного. Так, что, что? Что он еще у нас пошлет? Так, зомби со шкатулочкой. В принципе, не страшно особо так. Что это? Прыгунчик? Попрыгунчик? Ну, тоже не особо страшно. Убивается отличным образом. Так, прыгунчик. На той линии как раз, где... Нам очень трудно будет отбиться. Но мы можем сделать вот так. Так, ребята, так. Зомбони, надеюсь, он не его уничтожит. Ой-о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 й
Негодяйский Гаргантюа. А тут не менее негодяйский футболист. Так. Сейчас, ребята, сейчас все. В принципе, боссу уже считайте, что настал конец. Мне вот так придется сделать. Так. Давай, наклоняйся сюда, гад ты такой. И мы будем тебя сейчас уничтожать вот таким вот образом. Опа, опа. Так, на отражение атаки у нас, если что, есть варианты какие-то. И ну же, давайте, ребята. У-ху! Мы победили очередной раз зомбосака нашего. Так, и... о, ха-ха, наш золотой подсолнух, ребята. Вот, наконец-то мы его одержали. Классно. Вы получили золотой подсолнух. Золотой подсолнух, ребята, представьте. Ух ты, вы собрали все трофеи. Теперь вы сможете играть в бесконечные игры. И не забывайте ухаживать за своим садом Дзен. Да, ребята. Ну что ж, вот такое вот у нас приключение, в принципе, подходит к концу. Но серии не подходят к концу, ребят, у нас еще приключение не пройдено. Там нам еще нужно увидеть зомби Йетти, собственно говоря. Мы еще теперь можем играть в мини-игры на выживание. Да, мне хотелось бы в зомботаника поиграть на выживание. И, в принципе, сегодняшняя серия подходит к концу, ребята. Пожалуйста, поставьте лайк, я в вас верю. И напишите комментарий. Напишите, проходили ли вы мини-игры до конца. И напишите, у кого есть золотой подсолнух. Мне будет, ну, тоже радостно за вас. Что ж, ребята, adios, amigos.